Всем привет, дорогие мои зрители! Сегодня я приготовлю запеченную куриную грудку с помидорами и сыром моцареллой. Начинаю готовить. Канал ВО с Юлией Ковальчук. Куриные грудки я вымыла, обсушила и с двух сторон натираю солью и перцем. А затем смазываю их с двух сторон сметаной и оставляю куриные грудки на 20 минут. Сыр моцарелла нарезаю на пластины. Помидор нарезаю на половинки кружочков. Фольгу складываю вдвое, отрываю и выкладываю на нее одно куриное филе. Делаю в мясе разрезы не до конца и поочередно вставляю кусочки сыра и помидора. Сверху мясо присыпаю сушеным базиликом, а затем соединяю края фольги, делая лодочку. Все так же я проделаю и со вторым филе. Лодочки я выклала в форму и отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Подавать горячую запеченную куриную грудку с помидорами и сыром моцареллы лучше в лодочках, так она еще сочнее. А сочетание мяса, помидоров и сыра просто великолепно. Обязательно приготовьте и порадуйте своих родных и близких. Всем приятного аппетита, крепкого здоровья и отличного летнего настроения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно оставляйте комментарии. С вами была я, Юлия Ковальчук. Всего вам хорошего и доброго, и до новых встреч!